Дорогие друзья, разговор этот не случайен. Речь идет о том, что у нас в Солнечном 2 не все проблемы решены. Правильно было бы сказать о необходимости строительства дополнительно двух школ для того, чтобы решить вопросы, которые сегодня беспокоят людей. Ненормально, когда в 6 утра уже 153 человека в очереди и занимают ее еще с вечера предыдущего дня. Поэтому нам необходимо найти решение этим вопросам, с тем, чтобы и в 11 микрорайоне, и в 8 микрорайоне появились школы на 1100 учеников. Для сравнения могу сказать, приблизительно такое же количество жителей, как в Солнечном 2, проживает минимум в Ершове, в Ершовском районе, и, может быть, чуть-чуть побольше в Аткарском и Аткарске. Но, как вы понимаете, количество школ, детских садов, домов культуры там в разы больше, чем в Солнечном 2. Поэтому в ближайшее время нам необходимо будет выработать решение, смоделировать его и сделать все для того, чтобы там появились образовательные учреждения и учреждения здравоохранения.